Вы делаете зарядку, вы правильно питаетесь, вы прикладываете все усилия, чтобы выглядеть и чувствовать себя на все 100. Но горькая правда заключается в том, что иногда этого просто недостаточно. Многие из нас сталкиваются с проблемой лишнего жира. Но вы знаете, жировые складки на животе, боках, спине, складки, от которых практически невозможно избавиться даже путем усиленных тренировок и сев на строгую диету. Ваши джинсы вам теперь не по размеру, маленькое черное платье мало, и уверенность, которая когда-то у вас была, испаряется в мгновение ока. Но теперь у вас появился один действенный способ избавления от излишков жира, которые мешают вам. Cool Sculpting – это новый революционный метод моделирования контуров тела, который использует холод для безопасного устранения устойчивых жировых отложений нехирургическим путем. Разработанный гарвардскими учеными, этот метод коррекции фигуры был одобрен в качестве официального способа уменьшения массы жира и доказал свою эффективность в клинических исследованиях. Итак, как же работает Cool Sculpting? Все начинается с консультации, во время которой вы и ваш доктор оцените ваши проблемные зоны и составите план лечения, основанный на ваших целях и реалистичных ожиданиях. В назначенный день вам нужно приехать на процедуру в удобной одежде. Врач поместит на обрабатываемый участок гелевую прокладку для защиты вашей кожи, а затем специальный аппликатор, через который будут поступать вакуум и охлаждение. Когда аппликатор под действием вакуума будет всасывать жировую складку, вы почувствуете интенсивное тянущее и сжимающее движение, а также чувство холода. Вначале может ощущаться покалывание, но когда область немеет, это обычно проходит. Холод прицельно воздействует на жировые клетки, вызывая их естественную гибель. Поскольку жир более восприимчив к холоду, чем окружающие его ткани и мышцы, последние не страдают. На протяжении нескольких следующих недель погибшие жировые клетки будут естественным образом выводиться из вашего организма. Количество жировых клеток уменьшается, а оставшиеся клетки уплотняются, в результате чего происходит общее сокращение жирового слоя. В зависимости от вашего индивидуального плана и целей, процедура может длиться от 1 до 3 часов. По окончании сеанса вы сможете вернуться к вашим обычным повседневным делам. Во время лечения могут возникать некоторые побочные эффекты, такие как синяки, покраснения, онемение, раздражение и покалывание. Но они носят лишь временный характер. В последующие дни и месяцы вы увидите явное уменьшение жира. И если вы будете продолжать вести здоровый образ жизни, удаленные жировые клетки не вернутся. В ваш следующий визит врач сделает фотографии, так что вы сможете воочию убедиться, насколько эффективным было ваше лечение с помощью Cool Sculpting. Вы и ваш доктор сможете оценить результаты и решить, хотите ли вы пройти еще один сеанс на том же участке или обработать другие проблемные зоны. И что самое лучшее, ваша одежда и ваша уверенность в себе больше никогда вас не подведут. Ваше маленькое черное платье будет как раз в пору. Вам не придется прятаться за полотенцем, когда вы в бикини. Ваш костюм будет выглядеть так, словно специально сшит на заказ по вашим меркам. А над джинсами не будет нависать лишний жир. В вашей власти получить такое тело, о котором вы всегда мечтали. Вы заслуживаете того, чтобы выглядеть и чувствовать себя на миллион без пластической операции и долгого восстановления после нее. Вам потребуется всего около часа, чтобы вернуть свою уверенность с помощью процедуры Cool Sculpting.